целях предупреждения выпадения детей из окон Комитет по охране прав детей запустил республиканскую информационную кампанию «Безопасное окно». В рамках кампании нами разработаны памятки, которые должны быть установлены в каждом жилом доме. Сегодня мы хотим обратиться к благотворителям, предпринимателям и предлагаем всем нам объединиться и оказать посильную помощь гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно установить средства защиты на окна. Только совместными усилиями мы сможем защитить наших детей.